административное крыло? Нет. Все равно через этот док мы туда не попадем. Закрытая зона. Захочешь отлить, придется топать вокруг него. Ха-ха, шутник. Похоже, очередной протокол безопасности. У этих козлов и спецназа допуск, небось, есть. Thank you.
Access granted. Access granted. Access granted. Access granted. Thank you.
надо. Это ж кошмар. Гражданские обязаны оставаться на обозначенной территории. Вход в закрытую зону карается увольнением. Грузчики в секторе Альфа. Грузчики в сектор Альфа. Access granted.
гражданские обязаны оставаться на обозначенной территории. Вход в закрытую зону карается увольнением. Грузчики в секторе Альфа. Грузчики в сектор Альфа. Постоянно иметь при себе удостоверение. Охрана вправе попросить предъявить удостоверение личности. Не сопротивляйтесь. Внимание! Новому персоналу явиться в центр безопасности на биометрическое сканирование. Гражданские обязаны оставаться на обозначенной территории.
Вход в закрытую зону карается увольнением. Требуются грузчики в секторе Альфа. Грузчики в сектор Альфа. Постоянно иметь при себе удостоверение. Охрана вправе попросить предъявить удостоверение личности. Вы сопротивляетесь? Access granted. Запрет на полеты аннулирован. Новое расписание полетов будет опубликовано в ближайшее время. Access granted. Всем постоянно иметь при себе удостоверение. Охрана вправе попросить предъявить удостоверение личности. Не сопротивляйтесь. Access granted.
Access granted. Granted. Запрет на полеты аннулирован. Новое расписание полетов будет опубликовано в ближайшее время. Гражданские обязаны оставаться на обозначенной территории. Вход в закрытую зону карается увольнением. Требуются грузчики в секторе Альфа. Грузчики в сектор Альфа. Охрана вправе попросить предъявить удостоверение личности. Не сопротивляйтесь. Гражданские обязаны оставаться на обозначенной территории. Вход в закрытую зону карается увольнением. Yeah.
персоналу явиться в центр безопасности на биометрическое сканирование. Постоянно иметь при себе удостоверение. Охрана вправе попросить предъявить удостоверение личности. Не сопротивляйтесь. Запрет на полеты аннулирован. Новое расписание полетов будет опубликовано в ближайшее время. Гражданские обязаны оставаться на обозначенной территории. Вход в закрытую зону карается увольнением. Требуются грузчики в секторе Альфа. Грузчики в сектор Альфа. Постоянно иметь при себе удостоверение. Охрана вправе попросить предъявить удостоверение личности. Не сопротивляйтесь. Thank you.
Access granted. Thank you.
Access granted. Access granted. Access granted.
сегодня. Да. Там нас хотя бы не стреляют. Скучно нахер. Ни хрена не видно. Тишина и покой. Так точно. Ничего необычного. Кажется, звук был оттуда. Access granted.
Access granted. Access granted.
Access granted. Черт, у меня глюки, что ли? Access granted. Access granted.
Access granted. Thank you.
Access granted. Стоять, Дженсен. Ты? За всем этим стоишь ты? Я сказала стоять. Я все объясню, если ты не будешь подходить ближе. Опусти оружие. Тогда и поговорим. Я похожа на дуру? У тебя есть основания меня ненавидеть, а я знаю, как ты поступаешь с врагами. Ты стольких людей отправил в кому. Тебе это понравилось? Ты сама спустила меня с поводка. Это не я придумала. Более того, я считаю, что мы оба из-за тебя погибнем. Но если бросить тебя на Гауптвахте, кто тогда спасет доктора Рид? Что тебе известно о Меган? Мне известно, что это имя вызвало слишком бурную реакцию, когда я упомянула его в беседе с Берком. Но оно помогло мне узнать, кто ты и зачем проник на этот корабль. Ты считаешь, что ее похитил Белтауэр, не так ли? Хочешь сказать, это не так? Я бы очень хотела так сказать, но учитывая, что я видела за последний год, я точно знаю лишь одно. На базе ее нет. Уже нет. Это еще что значит? Не то, о чем ты подумал. Станция Rifleman Bank поддерживает все операции Белтауэр в этом регионе, Дженсен. И контрактников, и спецсилы. Полгода назад мне приказали увести все регулярные войска и гражданских контрактников от взлетной полосы. Вскоре после этого там сели два вертолета. Я думала, это связано с Австралией, особенно когда я увидела, как из них выносят носилки. Сколько? 5. Под охраной спецназа с большим количеством имплантов. Берг вышел им навстречу, и они все скрылись в тюремном лагере. Они работают над неким секретным проектом, Дженсен. В нем участвуют пленные и ученые. Я хочу, чтобы ты выяснил, что это за проект. Мне потребуется дополнительная информация. Расскажи мне про этот секретный проект. К сожалению, не могу. Он засекречен. Настолько, что никто из руководства Белтауэр не признает его существование. Но ты что-то видела? Мельком. Эта станция наполовину база, наполовину военная тюрьма. Каждую неделю прибывает новая партия незаконных комбатантов. Только этих людей нет в террористической базе Интерпола. Большинство из них – гражданские, невинные люди. Берг переводит их в закрытое крыло тюремного лагеря, а потом они исчезают. Расскажи мне об ученых. Официально я заведую этой базой, а потому веду реестр прибытия и убытия. Берг постоянно встречается с врачами и учеными, а мне говорит, что это для его методики допросов. Имена известны? Вряд ли они настоящие. Разве что в Австралии и Азии очень много жителей с фамилией Смит. Дело в том, что я редко вижу, как их увозят. Но ты уверена, что Меган увезли? Вертолеты улетели, без носилок. Но на этот раз было 5 криогенных камер. Почему я, Кайтнер? Так ведь тебя зовут. Так Берг звал тебя на корабле. Не Таня Кайтнер, да. Я выбрала тебя, потому что за всеми моими действиями здесь следят. Я не могу себя выдать. Выдать? На кого ты работаешь? Несколько месяцев назад со мной связался агент Интерпола.
Они уже давно следят за Bell Tower, но доказать ничего не могут. Агент указал мне на некоторые вещи, на многое раскрыл мне глаза. Видишь ли, Дженсен, я действительно и хороший, и плохой коп. Ладно, что от меня требуется? Не двигайся пару секунд. Что за... Спокойно, я лишь собрала твои биометрические данные. Данные о сетчатке, снимки легких и сосудистой системы. Я загружу их в систему под именем капрала Алана Тайлера, и ты сможешь пройти через контрольные пункты в этом секторе. Только тут? Почему не в других? Потому что ты беглец, Дженсен. Чем меньше свободы я тебе дам, тем более вероятно, что ты им и останешься. Я помогу тебе пробраться в тюремный лагерь, но с крылом допросов будут проблемы. Допуском в него заведует Берг. Думаю, ты не хочешь, чтобы я в него спрашивал. Все шутишь. В диспетчерской вышке тюремного лагеря есть компьютерный терминал. Тебе нужно вручную загрузить в него свои данные. После этого свяжешься со мной. Еще вопросы есть? Охранники в тюрьме. Это люди Берка или твои? Определенно Берка. Агенты спецсил. Начнешь там перестрелку, не жди, что уйдешь живым. Я это учту. Хочу кое-что прояснить насчет тебя и Берка. Он выше тебя по званию? Официально да. Но эта станция лишь частично является военной тюрьмой. И хотя он на 100% контролирует лагерь, базой заведую я. Так мне можно не волноваться, что все это лишь изобретательная попытка бунта? Бунта? Думаешь, я бы стала стольким рисковать из-за... Слушай меня внимательно, Дженсен. Берг – сексист и шовинист. И да, он старше меня по званию. Он дольше служит в Bell Tower, и у него больше связей. Поэтому он при каждом случае пытается меня подставить. Но мы не потому сейчас с тобой разговариваем. Страдают люди, невинные люди, и мы должны что-то сделать. Это может уничтожить Bell Tower. У Bell Tower была честь. Сделаем все как надо, может, вернем те времена. Это все, что мне нужно знать. Отлично. Я загружу данные отсюда. Можешь идти. Когда доберешься до тюремного пункта, будешь уже Аланом Тайлером. Да, вот еще что. На базе есть механик по имени Квин. Гражданский. Он занимается дополнительными поставками. Он осторожен, и я ему доверяю. Если потребуется снаряжение, обращайся к нему. Найдешь его на нижнем служебном уровне, у лифта. Просто будь осторожен и постарайся не привлекать слишком много внимания. Ты Квин? Ага, я. А ты Дженсен? За тобой хвоста не было? Насколько я знаю, нет. Ну да, похоже на то. Им сложно за тобой угнаться. Ты словно призрак.
я действую по обстоятельствам. Что сработает, то и сгодится. Практично, да? Ну, ты занимайся своими делами, только смотри, не разнеси мне всю базу. Кайтнер сказала, что ты можешь мне помочь. Ну так как? Да, она говорила, что ты зайдешь. Хорошо, что сразу пришел, а не шлялся неизвестно где. Мы и так тут словно на пороховой бочке сидим. А тут еще один комбочек будет бродить. Ты хоть представляешь, чем мы рискуем, заметая твои следы? Мы ведь тоже не всемогущие. Тут главный Берг, и он творит, что хочет. Он готов прихлопнуть любого таракана, как только его заметит. Спасибо. Но может перейдем к делу? Я так понимаю, ты занимаешься поставками. Да, бывает. У меня есть слабость к... как сказать... к бартеру. На стороне. Раз уж командир дала добро, я открою для тебя свою лавочку. Не бесплатно, конечно. Мне придется платить? Что? Конечно, придется платить. Я ж тебе не какой-нибудь хренов квартирмейстер. И так еле свожу концы с концами. И благотворительностью не занимаюсь. Учитывая обстоятельства... Обстоятельства? Какие? Что ты беглец, а я рискую своей шкурой, даже просто болтая с тобой? Не болтай ерунду. Хотя, это не ты ли починил ту криокамеру на корабле? Откуда ты об этом знаешь? А, значит, ты. Скажем так, у меня свои источники, и твой добрый поступок не остался незамеченным. Вот что. Я дам тебе скидку на свои товары, но бесплатно ничего не получишь. С другой стороны, раз тебе нужна халява, а ты у нас человек способный, могу предложить тебе работенку. Считай это специальным предложением. Интересует? Расскажи мне о базе. Ты наверняка уже все знаешь. Для всего мира это морской штаб Белтауэр и пункт снабжения для операции в этом регионе. На самом деле это нечто гораздо большее. То есть? Ничего личного, друг. Но пусть лучше тебе командир все расскажет. Чем меньше я знаю, и самое главное, чем меньше болтаю, тем лучше для нас всех. Чем именно ты занимаешься, Квин? В цивилизованном мире меня бы назвали ведущим инженером по техническому обслуживанию. Но с точки зрения Белтауэр, я не важнее какого-нибудь уборщика. Правда, платят хорошо, так что я не жалуюсь. Если платят хорошо, почему ты приторговываешь? А почему бы и нет? Видишь ли, гражданские контрактники действуют в рамках иной юрисдикции, когда речь идет о доставке товаров на базу. Рядовые вправе заказывать и получать лишь необходимое, зубную пасту и тому подобное. А я малый предприимчивый, и я предлагаю им на выбор целый набор товаров и услуг. Сигареты, напитки, литературу для джентльменов. А оружие тут при чем? Да договорить. Я малый предприимчивый. Я обмениваю эти товары не первой необходимости и взамен иногда получаю снаряжение, которое не всегда бывает доступно гражданским контрактникам. Как правило, я сбываю его своим людям на материке, но последняя сделка в Шанхае провалилась. Так что, к счастью для тебя, у меня есть кое-какая снаряга. Считай это удачным стечением обстоятельств. И Кайтнер все это одобряет? Не совсем. Как-то, когда командир раскрыла мои делишки, но еще не успела посадить меня на гауптвахту, я предложил ей то, чего она не смогла отказаться — информацию. Не стану хвалиться, но у меня тут целая сеть своих людей, и я давно знаю, что она недолюбливает этого козла Берка. Короче, мы пришли к простому соглашению. Я держу ее в курсе, а она бережет мою шею под петлей. Расскажи о командире Кайтнер. Официально ее звание лейтенант-командор. Но в глазах рядовых она настоящий командир. Это только ребята Берка обращают внимание на формальности. Агенты спецсил. У нас тут некоторое разделение лояльности. Между людьми Кайтнера и Берка? Ага. Между рядовыми и агентами вражда с незапамятных времен. Но тут у них все не как у людей. Может, потому что Берг не такой, как все. О чем ты? Во-первых, он хоть и полный козлина, его люди его уважают. А начальство считает его пророком, потому что несколько лет назад он выдумал какую-то мудреную технологию. Короче говоря, он человек очень влиятельный, и у него очень много связей. Думаю, этим все сказано. Расскажи про свое специальное предложение. Не знаю, заметил ли ты, но на этой базе есть серьезное вооружение. Взять хотя бы этих роботов в виде ходячих сортиров. Если добудешь мне кое-какие обломки, состряпай что-нибудь, чтобы упростить тебе жизнь. Ну, типа ты понял.
Что-нибудь — это что такое? Ничего особенного. Гранатомет 329 серии. Гранатомет? Именно. Собранный твоим покорным слугой. Видишь ли, у меня есть доступ только к простейшему оружию. Не хватает уровня допуска для серьезных прибамбасов. А у меня давно чешутся руки опробовать новую схему спускового устройства и перекалибровать систему нарядения. Смешно. Еще бы, мать твою, не смешно. Крутотень же! Слушай, все, что тебе нужно, это найти мне детали. Остальное сам сделаю. На одном корабле как-то были гранатометы, но я не успел до них добраться. Отправили в арсенал. К счастью, один мой друг умудрился потерять один гранатомет при проведении тех работ, но его уволили, а я опять не успел забрать оружие. И теперь этот красавец где-то валяется, разобранный на части. Я о гранатометчике говорю, не о друге. Хотя, кто знает, где он сейчас на самом деле. Точно. Короче говоря, я должен найти части и принести их тебе. А, типа того. Найди спусковой механизм, прицел и ствол. И будет полный порядок. Остальное найду у себя в мастерской. Кажется, один уже нашел. Да. Дай-ка посмотри, что там у тебя. Это прицела 329-го. Дай знать, когда найдешь еще два. Гарантий никаких. Если сломаешь, покупаешь. Деньги не возвращаю.
Да это же мой любимый и на данный момент единственный клиент. Либо покупай, либо отвали. Благодарю за покупку у Квина. Ну, как дела? Нашел компоненты? Ага, смотри. Да, дай-ка посмотреть, что там у тебя. Охренеть. Вот они все. Дай мне пару минут, и я со всем разберусь. Отлично, тебе идет. Чем еще могу помочь? Гарантий никаких. Если сломаешь, покупаешь. Качество гарантируется, если, конечно, сам не облажаешься. Активация сканирования. Сбор биометрических данных. Объект опознан. Доступ разрешен. Надо было настучать на него. Берг любит лично разбираться с нарушителями правил.
Access granted. Access granted. Кайтнер, это Дженсен. Я в этом, в твоем тюремном лагере. Загружаю данные в компьютер. Принято. Проблемы есть? Нет. Но, надо сказать, я не совсем так себе все представлял по твоему описанию. Да уж, это обсудим позже. А пока пробирайся в крыло допросов и выясни, что скрывает Берг. Когда выяснишь, свяжись со мной. Конец связи. Access granted.
меня такое ощущение, что через трещину уже ветер дует. Нет, я подал запрос, но ответа не было. Если они просто время тянут, а Берг узнает, чьей-то заднице грозят крупные неприятности. Главное, чтобы наши были в безопасности. Надо все сделать по уставу. Не хочу лишний раз привлечь его внимание, особенно по такому поводу. Да, он прямо одержим этим своим чрезвычайным планом. Если честно, надеюсь, он никогда его не применит. Я тебя понимаю. Но с другой стороны, учитывая, что с ними сейчас делают, хуже уже быть не может. Access granted. Пожалуйста, отпустите меня! Я ничего не сделала! Access granted. Пожалуйста, позвоните в посольство. Там за меня порутятся. Это недоразумение. Отпустите меня. Просто так вы от нас не избавитесь. Пожалуйста, отпустите меня. Я ничего не сделала.
Кошмар какой-то! Отпустите меня! Access granted. Это недоразумение! Отпустите меня! Активация сканирования. Сбор биометрических данных. Объект опознан. Доступ разрешен.